Агрессивный погорелец. В Саратове в центре города загорелся частный дом. По предварительной версии, причиной ЧП стало несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования. На тушение огня выезжали 6 пожарных машин, 21 человек личного состава. В результате инцидента частично сгорели крыши дома и пристроенный к зданию гараж. В момент ЧП людей в помещении не было, поэтому человеческих жертв удалось избежать. Чего не скажешь о технике. Во время съемки происшествия на оператора нашего телеканала стал нападать хозяин дома. Мужчина нецензурно выражался и несколько раз попал кулаком по видеокамере. Не надо снимать, я тебе сказал. Что ты меня снимаешь? Я сказал, не снимай. В настоящее время инцидент с нападением на съемочную группу рассматривают полицейские. Агрессивному горожанину грозит административная ответственность за хулиганство.